Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проинспектировали ход благоустройства улицы Железнодорожной в селе Жаворонки. На территории от новой эстакады до театрального центра уже удалось подровнять дорогу, наладить водоотведение, посадить новые деревья. Сейчас идут работы по обустройству временного тротуара. В конце сентября на территорию новой развязки в Жаворонках волонтеры высадили 15 молодых сосен. Благоустройство этого участка будет продолжено.